Берлинале стартует сегодня вечером в столице Германии. Это один из самых престижных международных кинофестивалей. За главный приз «Золотого медведя» будут бороться 16 картин. Всего в программе фестиваля представлены 22 киноленты. Жюри в этом году возглавляет итальянская актриса Изабелла Росселлини. Его состав был приглашен иранский режиссер Джафар Панахи, но на родине он приговорен к 6 годам тюрьмы за фильм о президентских выборах и антиправительственных беспорядках. Отсутствие режиссера будет подчеркнуто пустым стулом за стойкой жюри. Имена победителей 61-го Берлинале станут известны 20 февраля.